вниз полетело. А баг был в итоге? Да-да. 2.23 фуга. 5.30 пойдешь. Я походу не пройду, да, Куалу? Ты думаешь, я пройду, блядь? А сколько у тебя? О, блядь, у меня одно лино, у меня 18 секунд, блядь, я пройду. Кому? Всем, блядь, кто выше меня. У меня 5 допов. Ну, а ты сколько допов был? Ну, без кругов, а у меня уже круг. Блин, вот я прошу... Нужно стойку, дро стреляет. Я вот прошу вас, место... поменяйте молодец. Блоки на, ну, на рубеже, ну поставьте вы эти, новый блок, который должен быть. Рендер? Тихо, тихо, куда ты там? Рендер, куда лезем? Рендер, ой, рендер хорош, легенда. Попытался доп взять зачем-то. Куда лезем, дядя? Засранчик. Откуда инфа? Мы думали, не зависим. Ой-ой-ой. А когда РГ будет? Ой-ой-ой. Плюс 0. Ого, молодец. Я пернул. Алло. Алло. РГ 30-го будет? Например, да. По-моему, 30-го я писал. О, 30-го я работаю, заебись. Ого. А 31-го что будет? Да, гринд в КС-ке. Ого. Чего-чего? Гринд в КС-ке. Мужик, вообще что-то... Кто на финише будет записывать? Я стою, я диктуйте. Окей. Тут еще льды. Ой, такие дебили, вообще ни на одно не попадаю. Ты ебал. Получается, на чье пришло больше администраторов, чем на обычной гонке? Ну я пизды всем ставил, блядь. Боже, паной нахуй. Ну, знаешь, не сразу сработало. Апачи. А у тебя открылась персейка, у тебя просто она закрытая. Чего, блядь? Ну, у него мишени вот не закрытые. Не закрытые, а у посмотри. Него. Не закрыл. Не закрыл. Не закрыл. Не закрыл. Не закрыл. О, все, свет. Штраф. Круг не прошел, штраф. Чисто штраф получил, как полкруга вот этого вот. Легенда, чего вы думаете, что, ебать, я легенда 0-0-0-0 сделал. А потом зайдет таблицу, увидит штраф. Увидит таблицу, увидит штраф минутный, охуеет. Так еще и промахи неправильно написал. А персейки что, получается, 1-0 писать? Да, 1-0 да, писать. А, так за неиспользованные допы, блядь. О, за неправильные написания. Короче, все, написания, он там все собрал букет. Там, блядь, целый дуб, там триплет, нахуй. Как будто он 4 круга прошел. А будет эпично, если, типа, 20 человек в итоге суммарно пробежит, и он 20-м попадет, и будет... Ой-ой-ой, дро немножечко завтыкал, повернул направо. 0-20. 7-55. 0-20. Сколько у Рашида? Рашид отстрелял? 0-2, по-моему, у него было. 0-1. Или 0-1. В чате у него 0-1. Было. Ой-ой-ой, дро немножечко потерял времени. Как раз-таки повернул направо, так бы первый был. 3 секунды повернул направо. Первый промах на Лёшке за чьи. Ты на Рашид виляешь. А Фил за кого еще бегает? Или за хуй. На финише 8.30. Какой у Бориса подход был? 19. Задрот. Плоховат. Бо! Все, я рот закрываю, значит. Рендерман 0.34. Хорош. Хорош. А зачем столько топа взял? А это он просто топ взял. Че, персейки это обрадуем? Ну, в Дискорде нет. Персейка на финише. Если бы он был в Дискорде, он бы вернулся. Не, персейка в Дискорде. А че он не вернулся? Дай ему впадло. 9.08. А он просто не стадо, у него не мышление стадо. Звука 0. Да, я вижу. А как же бот? Ты с одним мне 4 секунды проиграл всего. Ты с одним 4 секунды мне проиграл. Я настолько хуёво бежал, блядь. Ебать, персейка там ходом высосал, нихуя себе. А, то есть... Так я думаю, что он же не прошел этот круг. Так там неправильные же, ну, типа... Ну, это понятно, это если у него нули бы были. А, ну, Рашид 0-0, кстати. О, я выиграл ходом у Дрона к вине. Ну, там Тим бежал... Ну да, да, одной ногой, одной рукой, одним глазом. Ну, с чем он там бежал? А Страйкерис бежит? В чем стреляет вообще? Нет. Бан, дайте ему, пожалуйста, на месяц. Три кирич какой-то.
Не какой-то, он в Кенмере бежал, алё, суки, иметь уважение. Сунервегус 2-0, кстати. Нефер бежит на финиш, и так это потенциальное первое место. 10-10. Почерофлись. А что я последний? А, нет, мистер. Ой-ой-ой, Миша, ты со мной в одно время. Ну, Персейка вообще-то. Ой, я с тобой. Так, сейчас мы ему считаем его штрафы, короче. 10-21. Да, вижу. Фуга первая пока что промежуточка. А там и круг не пройденный, и неправильное написание промах. Да, я сейчас посмотрю. И допы, да, и... там пизда полная. Пиздец. А сколько закопался. Попадает в, там, в финал? 20. А я какой? Штраф, использование, так. Сейчас посмотрим, подожди. И прохождение 1 минута. Обман с промахами 30 секунд. Редерман подходит к финишам. Продолжение использования дроп. Барри! Короче, 2 минуты. Рендерман 10. Все, Борис выиграет. Квалу, по крайней мере. Не переписать промахи? Нормально. Нет, 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 нормально. Нет, перепиши. На 6. Миш, давай, у тебя сигнатурка, у тебя охуенно получается. Ну вообще там все свои писали, блядь, как бы туда ебаться. Не, ну... Ну, не, ну, ну ладно, ладно, похуй. Да все нормально, он покликал там читэнджином своим это. Сейчас там компенсирует. Зога на так дурачье мутим. I hope that I'll improve result from individual. Уйди вещи. Сру. Блять. На кого? Это как на том видосе в клипе, видели? Бля, Персейка, ребят, должен был выиграть, а в итоге он последний. Пиздец, он лакучил. А круг... У меня, кстати, после сессии кто-нибудь засечет? Да. А круг это тоже такой же будет? На финале? Ну да. Ой-ой-ой, Вегус уже догнал Рашида, это потенциально первое место. 12-13. И Вегус пока что первый. Капец. Ну да, очевидно. Но его Борис может обогнать. А я там рядом с тобой, потому что мы ходом плохие или потому что допов набрали? Потому что допов-то набрали. Понятно. Сколько у тебя? У тебя 4, у меня 5 допов. И про это именно равни с тобой, да? Типа. Он. То есть я 3 секунды у тебя вывез. Не можем. Да я там еще запинался, поэтому. Чем? Да я тоже не охуенно бежал. Не-е. Ну это выборно. Такие сессии я люблю, чисто 12 минут, нахуй, и все. Ну что, ребят, let's go в CS? 4 секунды. А почему я у тебя ходом всего 2 секунды выиграл? У меня, я не знаю. То есть у тебя круг? У меня круга нет. Ой, еще у меня круг. Ну, может, неправильно круги, круг поставлю? Ну нет, 11 секунд тут стоит. Форхантер на финише, 0-7. Влад, да. Украина. Форхантер первый, второй, Вегус. Ужас какой. Посмотрим.